you are not complex, I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again, I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me, I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на сервере Аномальск Ролеплей, первый сервер. Мне Кирилл Подбулов. И сегодня у нас новая серия по Аномальску, как я и обещал, в принципе. Вы довольно-таки хорошо меня поддержали лайками, комментариями под видосом, который я выложил перед этим по Аномальску. Довольно-таки быстро набрали 50 лукасов. И вот вам новая серичка, как я и обещал. Давайте, не знаю, наберем под этой серией 100 лайков и сразу же новая серия по Аномальску, потому что вы быстро так набираете лайкосики, что я не успеваю снимать особо. Я здесь, в принципе, играю, я еще здесь не донатил, но планирую, в принципе, задонатить. У меня сколько, 19 тысяч всего лишь. Так, давайте сюда свернем. У меня всего лишь 19 тысяч, и нужны нам бабосики. Поэтому сегодня мы поедем на какую-то подработку, либо работу, и посмотрим, что там можно интересного найти. Надо включить режим спорт, коробку, чтобы наваливать на нашем кабанчике. Оружие мое, я не знаю, делать куда-то или нет. Давайте я посмотрю. В руках у меня его нету, поэтому рюкзак. Штурмовая винтовка. Вот, в принципе, оно. Походу так, да. Аптечка у меня есть еще. Одежда, аптечек у меня до хрена на самом деле. Давайте штурмовая винтовка, возьмем ее. Так, использовать. Вот. Бесконечное количество патронов у меня, короче. Ну, короче, как всегда, я опасный. Если кто-то к нам нарвется, то мы его накажем. Блин, GPS тут, походу, нету. Мэрии или что? Важные места: Нашан, баня, пляж, старая Рублевка, военкомат. Ну, баня, можно было бы в баню поехать, но я, наверное, выберу стоянку таксистов. Я не знаю, с какого уровня. У меня второй уровень, так, короче. Ну, что-то по статистике давайте глянем. Так, ММ, статистика. Ага, ага. Номер телефона у меня 74-76-77. На счету телефона есть бабки, уровень розыска у меня есть, законопослушность маленькая. Банковский счет 1800 рублей. Ну, короче, ничего нормального нету, поехали. Так, я уже подъезжаю сюда. Я не знаю, с какого-то уровня работа вообще. Вот, стоянка здесь находится. Так. Я помню, тут все ждут машину, как я понимаю. Давайте заглушим. Машина у меня закрыта, и я не знаю, как они их тут ловят. Видимо, они ловят такси. Конечно, такси ловить это сильно, да. Я не знаю, как тут устроиться на работу вообще. Надо здесь как-то устраиваться, либо и не надо. Но, в принципе, посмотрим, как это делается. Чего хотел мне машину спиздить, но хрен там был. Она закрыта. Будем ждать, пока здесь появится, наверное, такси, и тогда уже продолжим. В принципе, у меня есть, как бы, метод, чтобы первым свои такси, как бы, понимаете. Ну, вы поняли, о чем я говорю. В принципе, у меня есть большие шансы словить такси. Поэтому, думаю, все будет нормально. Конечно, было бы некрасиво всех сейчас здесь убить, но думаю... О, такси, такси, такси. Так. Блин. Ну, кыш отсюда. Блин, а как его этот, купить эту... Данный транспорт на листу, как устроиться на работу? Какой бред, конечно. Ладно, погнали. Найдем, где нужно устроиться на эту работу. Важные места. База организации. Больница, администрация области. Вот. Все, я думаю, нам туда нужно тулить. Сейчас мы туда и поедем. Блин, я какой-то упырь подрезал, блин. Всю тачку мне разъебал. Как ее теперь починить? Нужен нам механик. Потому что у моей машины очень мало хп.
Вот этот педрюк меня подрезал, блядь. Чё, блядь? Бать уёбок, сука, тупорылый. Кто разворачивается, блядь, на светофоре? Ладно, поехали в администрацию области. Может, там по пути встретим механика, либо найдем ремонт. Вот мы уже почти подъезжаем, короче. Ну, батарея тут ничего необычного я не вижу. По сути, поэтому сейчас заедем в администрацию области. Надеюсь, там можно устроиться там на работу какую-то. Так, глушим. Глушим нашу тачку. И погнали. Посмотрим, что там есть за работы. Здесь это здесь, можно это посмотреть. Потому что... О, так, это что? Вот, такси со второго уровня. Водитель маршрутки тоже со второго уровня. Ну, давайте такси для начала. Может, потом в следующей серии посмотрим маршрутку. Работу водителя маршрутки, короче. Так, кабан мой. Вот он стоит. Что надо, ёпта? Берите. Я тебя сейчас уберу. Вообще, охерел петух. Что он хочет? Че он бил как дебил? Что нужно? Что он хочет, блин? Меня он бесит что-то. Зачем? Что он хочет, ебать? Может, админ вообще, ебать? Хоть бы научился мое имя правильно писать. Не одна L, а две L. Ну, окей. Все. Мне надо киллером подрабатывать вообще. Так, мы все равно вернулись там, где такси брать. Там людей много, сейчас разберемся. Там, по идее, нон-РП-зона, типа. Вот, таксишки стоят, блядь. Так, тихо, стопэ выключить. Стопэ, нахуй. Курва. Сейчас всех ебать отъебашу. Заглушил машину, да. Чё нахуй надо, блядь? О, господи, здесь тоже такая дичь есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот я, короче, перезашел. Угу. Так. Я нажал, где вышел, потому что ехать сюда-обратно это будет очень долго и нудно. Поэтому лучше сразу. У меня оружие, по идее, пропало, наверное. Да. Сука. Сука. Снайперку я брать не буду. Этот античит, блин, реально бишь. На мазинге, блядь, что здесь? Нахуй нужен? Я не понимаю. Блин, конечно, могли бы такси побольше сделать, потому что это ловить, это бред. Чувак какой-то приехал. Так, давай. Ставь ее. Ладно, будем ждать, короче. Вот-вот появилось такси, так. Дай сюда. Арендовать, есть. Хуй тебе. А ну кыш отсюда. Все, заводим ее. Словили мы таксишку. Вообще по кайфу. Так. Вы арендовали рабочий транспорт. Чтобы начать работу, нажмите 2. Начать работу. Есть. Начался рабочий день. Все, так. Обычный спорт включим. Все, поехали. Вот это вообще по кайфу. Это я понимаю. Чувака подвести надо, может. Пип-пип, ебать. Не, ему не нужна наша помощь. Какие-то мажоры. Так, поворот.
Ясен полетел. Увидели? Блин, я аж пересрал Малёха. Что-то он быстро летает. Я знаю, куда надо ехать. Поехали, наверное, на спаун. Там по-любому нужны мы. Я не помню, где-то спаун вообще. Бля, ну с авариями здесь постоянно какие-то аварии происходят. Я вам могу сразу сказать, что здесь всегда происходят какие-то аварии. Во, клиентов нашли. Чё, довези до военкомата, заплачу. GPS, так. База организации. Где он находится? Я не буду, он находится, где ваш военкомат, блин. GPS. Важные места. В Южном. Ебать даун просто. Ну ты ж этот, как его там? Ну как тебе? Ну сейчас, ну как? О, уебок вспомнил. О. Просто даун. Ну тебе пизда, чувак, ты сам нарвался. Петух, сука. Иди сюда, блядь. Сам реально нарвался, блядь. Педрила. Измаходила, блядь. Петух, блядь. Сам нарвался еще, блядь. Какой, блядь, я ДМ? Он мне такси взорвал. Я защищался. Я серию снимал. Все записано. Реально бесит, блин. В итоге наказали меня. В итоге наказали меня за то, что он меня, блин, взорвал. Ну серьезно, такой бред просто. Да, делать мне нечего. Да, делать нечего. Капец, вообще охрененно, да? Теперь я в тюрьме буду сидеть. Просто охрененно. Просто замечательно. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сайт, жди новых серий. Всем пока-пока. I'll be crying.